Во Владимир приехала делегация из города на Неве. Возглавляет ее председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин. В Доме дружбы прошла деловая встреча с представителями бизнес-сообществ Владимирской области. Цель – обсудить приоритетные направления совместной работы. Гости из Санкт-Петербурга отметили теплоту приема и наши живописные виды. Прекрасная и природа, и очень красивая архитектура. И спасибо огромное за очень теплый прием нашей делегации. Петербург и наши губернаторы дружат, и Петербург и Владимирская область очень часто общаются. Я считаю, это залог очень хорошего перспективного развития. Я знаю, что совет нашей компании сотрудничает с Владимирской областью. Уверен, что потенциал этого сотрудничества далеко не раскрыт до конца. И у нас действительно есть и у Владимирской области, и у Петербурга чем друг друга удивить. Мы сотрудничаем в различных отраслях, и в строительстве. На данный момент наметилось несколько направлений сотрудничества. К примеру, в сфере здравоохранения. Возможно, в лечебных учреждениях Владимирской области будет использоваться современное диагностическое оборудование, выпускаемое в Санкт-Петербурге. Со стороны нашего региона последовали предложения по развитию промышленности в сфере станкостроения. Активно развивается у нас отрасль станкостроения. И как раз мы с Семеновичем эту тему предварительно обсудили. Состоится поездка сейчас делегации Санкт-Петербурга в Ковров на электромеханический завод, где удастся своими глазами видеть то, что наработано. Если удастся те идеи, которые, Алексей Семенович, у вас, у ваших коллег имеются, развить, то я думаю, что будет большая польза и для предприятий, и для экономики. Промышленный и инновационный потенциал и Санкт-Петербурга, и нашей области велик, а потому так важно взаимообогащение и налаживание деловых контактов. Глобальная задача – совместные проекты. Делегация из Санкт-Петербурга проведет у нас 2 дня. В субботу гости из города на Неве в рамках культурной программы посетят Гороховец. Там будет праздник, посвященный 850-летию города. Екатерина Старикова, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.